Привет! Как твои дела? Подписывайся на каналчик, оставляй свои эмоции в комментариях. Так, клубничка, короче, клубничечка. Это мой косяк. Тут, короче, обнаружил в плане уборки-разборки, обнаружил пару своих косячков. Короче, поменял сюда насосик, мощнее поставил, чтобы сильнее текла. Но это потом чуть дальше тебе видосе покажу, ты мне напомнишь, что подключил насосик. Но сейчас в первую очередь надо клубничку. Клубничка у меня получается загнила, так как работал у меня насос без перебоя 3 дня. Клубничка капризная малышка, она вот начинает гнить, в общем. В общем, что я решил? Вырасти другой тут кустик. Другой кустик, а на одно посадочное место. Гидропонная система, как вопрос, клик будет. А вот эта вот вертикальная системка 15. Vertical Hydroponic System 15 Pro. Ай-яй-яй, красота, малышечка. В общем, смотри, клубничка, ты знаешь, у нее, конечно, еще шансы есть. Процентов 10-15, что она может, ну, еще воскреснуть, так сказать. И... Но этого я делать не буду. Знаешь что? У меня нету просто земли. У меня нету земли, чтобы вырастить клубничку вот эту. Попробовать ее восстановить. Но сорт хороший был, жалко, конечно. Но ничего страшного. Мы сюда посадим, зато другой тоже кустик, ничем не хуже. Буду, кстати, использовать еще системочку Aquapod.